И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, классные подписчики, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на все, аниматроники пугают охранника, Димочек, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Начинаем. Диман, так. Карту эту уже не обновляли 10 тысяч лет, когда же аниматроники тут, так, ой, когда уже... Разработчики. Быстро перекрасили полы. Так, закрывай. Полы. И побелили потолки. Потолки, да. Ладно. Чё же? Это что, шестая ночь, что он уже пришел? Эй! Димон, нафига ты открыл? Это он открыл? Нет, я не открывал. А, это значит он. Это он открыл? Да, засранец, ты так научился открывать двери уже. Я на шкатулке танцую, а пока. Все отлично у нас. Дивас, он зайти не может. Слышь ты, засранец. О, еще зашел подписчик. Сейчас будет два аниматроника против двоих. Ой. Дима, что он там бегает? Я не понимаю, что он хочет от нас. Что-то хочет, мы ему коинсы не даем, монеты. Что тебе надо? У нас пиццерия. Ага. Иди работай. Вот это мне нравится. Это что, пылесос живой, что ли? Я не понимаю, это как? Ну да, похож. Знаешь, такой выкидыш эндоскелета. Что-то в этом есть такое. Это, короче, обнимается, он понял? Любит обниматься. Так, тут есть вроде КМ-2, КМ-3, но они не переключаются. Это просто за... просто статичная картинка, без всяких приколов. Ну, кстати, постеры все четенько сделано, мне нравится. Может, что-то просто и улучшили? Разработчик, обнови немножечко карту, сделай что-нибудь здесь новенькое. Знаешь, что разработчику? Надо оптимизацию завести, мы не можем ни свет, ничего поставить, тут полагает сразу. Да, ну, да, мне кажется, он не смотрит нас, он... Ой, Фокси. Ему скажут другие, поверь. Да, да, да. Димас, иди беги отсюда. Там аниматроники. Замаза да отвали от меня, Димон! Это спринтрап! Нет, это не спринтрап, это этот, лефти. Это автон. Автон, лефти! Я уже запереживал всех аниматроников на планете, заорал. Димончик, закрывай. Блин, говно! Так, 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 я здесь. Че, убил что ли? Конечно. Отвали! Отвалите от меня! Они не могут меня поймать! Тара-тай, тара-та-тай! Друг друга мочат! Забегай в хату нашу! Бегу! Ах ты же поклонник! Ладно, не на следующий раз забежишь. Ого, стрёмный вообще этот скример. Сейчас немножко подлагает у вас пару кадров в секунду. Ну да, да. Да, уже нет. Подлагал. Диман, я помню прятки, когда я сказал, что все меня видели, кроме тебя. Я помню, да. Прикольно получилось. Вот, Димас, а ты сейчас меня видишь? О, здорово, я тебя знаю, ты дипер. О, Димас, а за тебя кто-то есть, беги. А он не залезет сюда, он секун. Он там... О, Диман, это классная нычка, мы тут, кстати, еще давно... Я тут вообще не лазил. Тысячу лет. Он там, он там. Он лезет. Лезет? Не, не лезет, они вон там танцуют что-то, чамбу. Кстати, вот я смотрю, по вентиляциям лезу надписи, сразу вспоминается карта хоррор. Так что, ребята, если вы хотите хоррор, пишите в комментариях, мы запишем. Что вы напишите? Ну да, пишите, в общем, что хотите видеть в следующей серии. А мы прочитаем. А мы постараемся все исполнить. А в одной мы, наверное, серии. Прочитаем и, наверное, запишем. Сразу все игры одновременно. В одной серии. Да. Да. Хотите, кстати, такую тему? Это будет жестко. А куда мы идем вообще? Димас, знаешь, что мы забыли? Что? Сказать, чтобы люди пальцы вверх поставили. И еще знаешь, что мы забыли сказать? Чтобы они подписались. Подписались на Димасика. Нормально, и на Димончикса. Ссылочка в описании. Вы такие, да, пиарщики от бога. Да, да, просто губка Боб и дипер пиарщики. Что за вентиляция бесконечная? Я удивлюсь, если будет тупик, это жестко будет. Не, я тебя к выходу сейчас веду. Понял. К выходу к аниматроникам. Блин, я не знал, что тут вентиляция такая большая. Они там ждут, Димас. Ну что, по кругу обошли, вернули. Ай, блин, пошли дальше. Давай, направо, налево мы ходили. Димас, а тут выхода нету с этой вентиляции. В смысле нету выхода? Только в наш офис? Единственный, только да. Блин. О, давай тут что-то им туда кинем, какой-то. О, давай домовуху. О, давай. Подожди, а у меня нету. Тихо. Да, они там. Они там. Давай я пройду. Чё? Кусок колбасы? Ну да. Кусок хлеба? Смотри. О, Димо, ну ты чего? Давай я кину за тебя. Давай я отвлеку его. Раз, два, три, за мной побеги.
Так, ребята, сейчас я буду кидать. Надо Димон рикошетом. Он меня потерял. А, блин, сам себе кинул. Вот ума вообще, ну. Вас красава. Я очень умный человек, обращайтесь. Если надо что-то помочь, я вам помогу. Если надо кинуть гранату, я кину. Пацаны, нет, не ешьте меня. Ешьте, ешьте его. Так, сейчас граната. Что? Все, я иду, граната прошла. Это что, Эйнард? Блин. Тихо, тихо, мужик. Мужичок. Димон. Эйнард, это же мужик, да? Он. Нате вам. Димас, тут так стрёмно, они везде бегают. А я кидаю гранаты эти везде. Ты под себя? Нет. Везде под себя кидаю. Во-во-во-во, дамажит, дамажит. А, дамажит, не может меня убить из-за этого. Ах ты, блин, я испугался. Красавчикс. Айпро. Как переводится my fun day? Мой веселый день? Да. Димон, я взял копья. На тебя копьем. Человечки какие-то связаны. Ай-яй-яй. Фредди Фазбер, Бонни, Чика, Фокси, Запираты. Ай, кто там? Да блин, дай мне прожить хоть минуту. Внимание, ты слежишь за Эйнардом, как он... У него куча глаз на... На жопе? Вот. Ой, на спину. На жопе. На тебе, Эйнард, как копьем ему в спину. Везде. Эй, отвали, я телефоном буду мочить тебя по голове. А там Скраб Бэйби. Офигеть. Так, аниматроники Димас... хотят копьем. Они хотят по башке что-то, да. Так, надо чем-то их наказать. А-а-а! Спанч Боб! Класс, ну... ребят, это вообще супер. Димон, я взял, короче, такую колобаку. Иди сюда. Я тебя сейчас... На! Сейчас Т4 поставлю. Ух ты! Жахнуло так жахнуло. На! Си-4 моя. Нифига себе, Си-4. На! Я самоубийство сделал, живым не дамся. Я убил чувака. О, если я кину так, она туда полетит? О, Димон, смотри! Подожди, я тут Си-4 поставил, я сейчас упал. Ай, блин, в чувака попал. Сейчас будет взрыв, Димас, огромный, взрывчанский, смотри. Давай. А я на спауне, тут гранат накидал, я умираю в своих гранатах. Ну, умный человек. На, слышал взрыв? Нет, 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 на спауне ничего взрыв не слышно. Был, Димас такой мощный, вообще жесть. О. О. Ой, хорошо, что ты дверь не открыл. Так, Димасик, ты где там? Я лезу к нам в вентиляцию. Это что, попугай? Где? Димас, тут волчара и попугай. Я вижу, я вижу. Волчара, отвали! Блин, вентиляцию лапа мне прям достал, царапнул. За жопу куснул. Да, да. Ой, Бонни с гитарой поплясал. Так, поплясал, да, говоришь? Угу, поплясал. А, нельзя ядерный удар. Ой. А, не работает. Я фонариком балуюсь. Так, 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 сейчас пацаны, мы... иди сюда. На! Выше и выше. Не, не на. Здесь не спрячусь. Как эту штуку открыть? Димас, я спрятался, короче. Куда? Кухня. На кухне. Кухня? А что там вообще? А, ничего. Ну смотри, на кухне пицца. Вкусная? Очень. Я иду. Ко мне Молтон Фредди пришел. Нет! Блин. Так, я линяю, я линяю. Они нас послушивают, Димас. Поднюхивают. Именно. Нюхосранский. Так. Так я что-то лажу, не могу найти пасхалку, где дверь открыть. Ох ты. Димон, дай дверь откроем, где черное пятно лезет. Черный человек. Да. Давай, пойдем. Не могу найти его. Чё-то... А, вот. Она вот сзади, где ты спавнишься, сзади. Ну не открывается, или это не та дверь? Димас, ты не в ту зашел место вообще. Да? Да. Я знал, плюс проверяю, знаешь ли ты? Знаешь. Конечно, знаю. Красавчик, Димончикс. Димончикс. Во! Вот ты. Я ее удалил, потому что она не нажималась. Давай карту обнулим, а ну стой. Давай. Очистить. Все, убрал он эту штуку, не работает пасхалка.
Ах ты разработчик, нет бы добавить что-то, взял убрал. Взял убрал, ну зачем? Блин, вот офигеть. А это точно была эта пасхалка? Да, именно та дверь. Смотри, вот я удаляю эту штуку. Ну. И ничего. Так потому что разработчик офигелся. Ой, Димон, беги! Ой, блин! Съели? Конечно, съели. Не хотят, да, не? Не хотят. Продаю. Так, аниматроники, я туалетную бумагу продаю, вам надо? Да я пошутил, вам не надо, уходите. О, тихо. Ты успокойся, сегодня твой день, я знаю, не твой, все, я побежал. Ну тебе! За, а мне, а меня-то за что? Димон, это так просто как бы получилось. Это непредвиденные жертвы. Кстати, на спауне вообще нифига. А вот здесь, ого, здесь сколько всего. Да тут вообще все красно... Краснота одна. Все четко. Пацаны, ну что, вам нравится? Повидло. Ух, Спанч Боб, он же свой. Димасик, достаем пушки. Давай. О, четырех ударная ракета. Давай. Ша. Мочи их. Ну еще раз. Меня-то за что? Я не тебя не хотел. Да что я только тебя убиваю? Где они не умирают, а? Ой, что они не умирают? Столько одного меня убивает. Может, у них тень на жизнь немного просто, поэтому не могу их убить. О, я возьму админский пистолет. Ого, на, говорю тебе я. Че, кто еще против меня? Самого мощного охранника на этой планете. Ого, Димончик, мы тут творим чудеса. Я никого не вижу, тут очень много дыма. Это ты все это время стреляешь чем-то? Ох! Димон, я свой! И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!